Амелька, мы уезжаем. Ты точно не боишься оставаться дома одна? Да точно, можете спокойно ехать. Ну смотри, тогда мы уезжаем. Пока. Пока-пока. Фух, наконец-таки они уехали. Я могу заниматься своими делами. Как хорошо, никто не мешает. Да, это всего лишь карандаш упал. Сейчас как наиграюсь. Что это было? Что это было? Кто здесь? Мам, отзовитесь! Скорее твои родители вернулись. Мне их так страшно. Алло, мам, вы скоро приедете? Нет, не скоро. Мне нужно, чтобы вы приехали. А я тебя спрашивала, а ты не захотела ехать с нами? Но я не могу больше оставаться сама. Ладно, что-нибудь придумаем, жди. Ура, мама скоро приедет, и мне не придется оставаться самой. Ура, мама вернулась. Бабушка? Карамелька, моя хорошая, как ты выросла. Бабушка, пусти, ты меня сейчас раздавишь. Ой, ну прости. А ты почему такая худая? Ты вообще что-нибудь кушаешь? Я хорошо кушаю. А? Что? Хочешь кушать? Ах, так и знала, что ребенок голодный. Нет, я не голодная, я только что поела. Сейчас я посмотрю, что в холодильнике. О, сосисочка! Ты что? Это ведь не еда. Это? Котлета? Лучше пойди посмотри, что я тебе там привезла в сумке. Там у бабушки в сумке, может, новые игрушечки? Вот, свежие овощи, свои, дачи. Сейчас приготовлю салатик. А мне что-нибудь привезла? Конечно, я тебе еще кое-что привезла. Вот, посмотри в этой сумочке. Это же не настоящая, о, бабушка. Так, помидорка. О, подойдет. Бабушка, а что ты делаешь? Готовлю вкусненький салат. Эй, стой! Бабушка, это планшет, это не доска, на нем нельзя резать. Что, паштет? Не паштет, а планшет. Вот, смотри. Фу, вот это да! Какой телевизор маленький. Бабушка, это не телевизор. На кухне нельзя телевизор. Уноси его отсюда. Ну ладно. Бабушка совсем отстала от жизни. Надо ей показать новые технологии. Сейчас бабушка увидит это, а я ей расскажу, что это пылесос. Ну как ты тут, малышка-карамелька? Хорошо. Что это за звук? Ай, что это за бабушка? Карамелька, давай ко мне, сейчас мы его газетой прихлопнем. Слезай давай. Я таких тараканов первый раз вижу. Вы что, дома не убираете? Бабушка, смотри, это пылесос. Он просто кушает пыль. Его что, еще и кормить нужно? Лучше бы кошку завели. А, убери его от меня, он страшный. Лучше водички принеси. Ты специально бабушку пугаешь? Я просто хотела показать. Наказать? Ты хочешь, чтобы я тебя наказала? Нет, я просто хочу поиграть! Почитать? А, тогда неси книжку. Ладно, давай почитаем. Так, сейчас я что-нибудь найду. О, а что это за книжка такая большая? Наверное, энциклопедия. Амельке понравится. Так, нашла. И что это? Как читать? А, вот буквы. Ну, бабушка. Так, не мешай бабушке читать. Бабушка, это не книга. Так, что-то совсем ничего не понятно. Наверное, это на английском. Бабушка, это ноутбук. Бурдук? Где бурдук? Как говорит с бабушкой, если она ничего не слышит?
А покажи мне какие-нибудь свои игрушки. Хоть посмотрю, чем сейчас молодежь играет. Сейчас! Чтобы бабушке показать. О! Бабушка, смотри! А что это такое? Это слайм сидит и им играют. Ой, а у тебя что, нет игрушек? Что ты играешь вот этим? Ну это клевая игрушка. Фу, гадость какая. Пойду помою руки. Слайм бабушке не понравился. Что еще ей показать? Точно, всем нравятся летающие игрушки. Кто-то там гудит! Всякие животные! Там опасно! Но это игрушки! Ну да, да, это зверюшки! Карамелька, где у вас тут телефон? Хочу позвонить твоей маме! Вот, держи! А что это? Телефон, как ты и просила! Телефон? А как по нему звонить? Если тут даже кнопок нет! Ой, давай тебе помогу! Ой, мама! А как ты туда залезла? У нас тут такое! А что случилось? Да в доме гигантские тараканы и шмели. Что, правда? Тогда мы срочно выезжаем домой. Твоя мама уже едет домой. А что это у вас одна трава растет? Где овощи? Бабушка, это газон. А где ваш огород? У нас нет огорода. А это что? Это бассейн. Ай-яй-яй, сколько воды и зря пропадает. Сейчас польем ваши кустики. Бабушка, не нужно, мама будет ругаться. Амель, пойдем скорее в дом, все мне покажешь. Так, что тут? Бабушка испугалась пылесоса и квадрокоптера. Значит, я зря вернулась домой? А почему ты не объяснила все бабушке? Бабушка не хочет меня слушать. Да не может быть, чтобы бабушка тебя не слышала. Но это правда. Она не понимает, что я говорю. А может, ты специально бабушке это показала? Я хотела показать ей новые технологии. Значит, ты пугала несчастную бабушку? Нет. Ребята, ставьте лайки, если не хотела пугать бабушку. Ага, вот и посмотрю. Если под видео будет 10 тысяч лайков, то поверю. Мам, смотри! Ой, у меня твой газон! Бабушка, стой! Лайк, лайк, лайк!